Девчонки, всем привет! Это будет мой новый влог. Всем, кому интересно такое, продолжайте смотреть. Как всегда, фоном мой работающий холодильник. Ну, никуда не денешься, я на кухне. И сейчас я буду обедать. Вчера приготовила, ну, эти грибы, потушила их со сливками и с луком. Там еще перец добавила, соль. Вот, и сейчас себе отварила гречку, вот такую, кстати говоря, гречку, селяночка в пакетиках, очень мне она нравится, вот, и тут себе, ну, как такое, да, к гречке дополнение, огурчик один соленый, помидорчики черри, вот, кисель себе навела, как-то мне уже поднадоело пить постоянно только чай. Вот такой на работе парню выдают. Кисель, черная смородина, абрикос. Разные вообще им дают. Вот, он их не пьет, мне отдает. И тут приготовила себе, если я вдруг буду пить чай между парами. Здесь у меня вот три вида чая. Также вот Kinder Bueno. Вот такая вот штука, еще доедаем новогодние подарки. Чокопай, яблоко и корица. И вот такие вот штуки. Показывала вам их видео про покупки в магазине Fix Price. Парень уже все подъел, оставил мне одну такую и вот одну, по одной, короче, ему, каждого цвета и мне. Ну, как бы я не особо такое все сладкое люблю. Вот он прям вообще у меня сладкоежка, поэтому съест. Ну и всем, кто кушает, желаю приятного аппетита. Ну и пока у меня перерыв, я решила поставить, постираться постельное белье. Девчонки, всем привет! Сегодня уже следующий день моего влога. И сегодня у нас воскресенье. Наконец-таки мой выходной заслуженный, 24 января. И утро начинается у меня не с кофе, потому что я перемыла вот опять-таки гору посуды. И еще хотела спросить, как-то уже спрашивала, ну, может быть, проматывали и не услышали, девчонки, чем можно отмыть вот эту хрень с сковороды? Потому что я, конечно, слышала, что можно там средство от Greenway там купить, какую-то пасту. Но если вот не этой пастой, то чем еще можно отмыть? Пожалуйста, напишите в комментариях, потому что, ну, меня это жутко бесит, вот эта вот фигня, я не понимаю, почему она здесь, такой вот нагар, и вот раздражает прям. Так, что еще хотела сказать? Давайте, наверное, переместимся в ванную, потому что я сегодня хочу за собой немножечко поухаживать. Переместилась я в ванную, у меня тут небольшой срачельник, ну не обращайте внимания, пожалуйста. Давно я уже не делала всякие маски, потому что мне некогда, и сегодня хочу сделать такие патчи, они на самом деле не корейские, а китайские. На работе у коллеги покупала, она там с Алиэкспресса что ли заказывает, или ее сестра, в общем, не знаю. В общем, я хочу сделать вот эти патчи, как я уже сказала, и какую-то выберу. Тут у меня волос на с расчески убрать. Сейчас, конечно же, мне хейтеры напишут что-нибудь. Ну, мне пофиг. Так, и, в общем-то, вот такую сделаю маску с зеленым чаем. Она, если я не ошибаюсь, увлажняющая. Вот хочется сегодня немножечко так себя, скажем так, побаловать. Девчонки, вот этот вот лосьон для тела от Avon, он какой-то просто нескончаемый. Вот я его, смотрите, пользую, а он мне все никак не заканчивается. Впитывается он быстро, пахнет, в принципе, приятно. Только парень, конечно, мне ругается, что он воняет. Хотя мне нравится такой легкий зеленый аромат. И еще, кстати, вот такая масочка приятная, очень классная от Garnier. Банан суперфуд. Очень приятно пахнет бананом и хорошо ухаживает за сухими волосами. Так, ну все, буду делать масочки и чуть позже к вам вернусь. Девчонки, я сейчас уже себе буду варить гречку вот такую. Она, кстати говоря, в принципе вкусная. Ну, гречневая крупа в пакетиках. Очень такая нравится. Здесь их 5 штук. И у нас там осталось пакетика. Леша ее не ест, поэтому я ее ем сама. Размораживается у меня мяско. Будем сегодня варить борщ. Ну, я буду варить. А здесь уже подготовила себе для гречки огурчик один, помидорчики такие черри обожаю.
Тут у меня осталось немножко вот этих вот грибов в сливках тушеных. Буду с ними есть, доедать. Еще хочу сказать, не берите вот такие огурцы 6 соток. Огурцы вкусные называются. Ни хрена они не вкусные, даже не хрустящие. Ну, в общем, брали их на Новый год. На Новый год мы их в итоге не открыли, потому что у нас другие были огурцы. И вот вчера закупились продуктами, хотим сделать оливье, ну, чтобы хоть как-то их уже куда-то деть, чем-то уже их, скажем так, комбинировать, потому что, ну, просто в таком виде их есть невкусно. А вот такие помидоры, мы их прям обожаем, ну, во всяком случае, я. От марки Global Village, это у нас черри маринованные, как раз таки, вот они у меня, очень, девчонки, вкусные, вообще, вот эта марка мне очень нравится, я от нее и кукурузу беру, и горошек, и вот даже икру кабачковую мы едим от этой марки, офигенная просто, поэтому обязательно к ней присмотритесь. Девчонки, а я давно уже не пила вот такой вот чай, который, помните, я вам говорила, что у меня есть от марки Curtis, и у меня вот здесь есть все вкусы, которые нам на работе вот дарили, но у меня не было здесь вкуса, что ж такое, с виноградом. Вот, поэтому буду сейчас пить свои чаи. Здесь у меня есть вот все вкусы, здесь уже, как можете заметить. Это у нас с трюфелем черный чай, с шоколадом и апельсином черный, с манго зеленый, с баунти белый чай, с кремовым пралине черный чай и черный Эрл Грей. В общем, тоже надо их все уже допивать. А, это у нас не баунти, это у нас что-то там... А, да, белый чай с питахайей. В общем, они очень такие прям ароматизированные, приятно пахнут. И сейчас я, наверное, буду пить. Так, ну вот такой вот возьму. По-моему, я такой еще не пробовала. Ну, конечно, могу ошибаться. Вот такой, в общем, апельсин и шоколад. И буду доедать свою половинку киндера вот этого большого. Потому что, как бы, ну, тоже оно у меня уже 2 дня лежит. Мне было все некогда, некогда, то не хотелось. Так что вот сегодня ее доем. Девчонки, я поела и хочу уже вам показать. Сейчас буду кидать денежки в копилочку. Мне вчера Леша эти монетки дал. Давно я уже, кстати говоря, сюда ничего не кидала, потому что, ну, я сейчас в отпуске, у меня как бы наличных денег нету. В основном я расплачиваюсь карточкой, либо же сижу дома, на банкомат мне ходить некогда, поэтому налички у меня нет. Ну и давайте сейчас кинем в нашу копилочку 50 рублей. Вот как-то так. Девчонки, я уже начинаю варить борщ. Здесь уже картошечку подготовила. Здесь у меня морковка. Сейчас еще половинку перчика хочу нарезать для зажарки. Лук. И Леша будет делать там какой-то салатик. По-моему, называется фрикад, если я не ошибаюсь. Он его себе на работу возьмет завтра. Кто-то как-то мне писал в комментариях, почему парень не готовит себе там сам и мне. Он готовит иногда, но по настроению. В общем, отварила яйца на салат, который он будет делать, и картошку. Вот, там уже пропорцию он будет сам выбирать. Сказал, сколько ему надо примерно. И сейчас я буду заниматься вот луком, перцем. Буду ставить вариться бульон. И пока что вот все подготовлю. Девчонки, у меня уже здесь варится, в общем, картошка уже с мясом закинула. Там у меня зажарка в сковороде. Это кастрюля, которая из-под гречки, ее нужно помыть. Вода кипит. Буду пить чай. Так, дальше. Здесь я нашинковала уже капусту. Я не умею на самом деле ее шинковать, поэтому вот как могу, так могу. Здесь зелень хотим добавить свежую в борщ. Ну, это у нас тут мама парня нам вчера давала пакетик. Здесь петрушка немножко и укроп. Здесь, пока у меня было время, я начистила Лёше вот эти вот картошку, яйца, лук. Он будет делать свой салатик там на работу себе. Тут что-то скорлупа. Так, и знаете, в чем минус готовки? Вот в этом. Я поэтому не очень люблю готовить, потому что вся эта потом посуда копится, и это капец. Поэтому иногда я люблю запрягать Лёшу, чтобы это делал он, если готовила я.
В общем, да, сейчас скоро уже буду закидывать капусту, зажарку, в конце уже зелень кину. Вот, и все. Сегодня уже будем ужинать вкусным борщиком, потому что давно мы уже не ели первое. Ну, как таковое, знаете, там вот борщ, суп. Ну, как суп мы ели, ну, грибной. Он был даже не на мясе, поэтому вот так. Девчонки, Алёша приготовил уже свой салатик. На работу его возьмет здесь. В общем, все делается на глаз. И здесь шпроты, картошка, лук, горошек, яйца. И чем заправлял он его, я не знаю. Сейчас, наверное, пойду спрошу. Так, узнала. Заправлял он его, короче, маслом растительным. И здесь, ну, также по вкусу черный молотый перчик и соль. Так, ну что ж, девчонки, готовка продолжается. Борщ сварила. И теперь, что я буду сейчас делать? У нас есть два яблока в холодильнике, есть еще и третье. Но думаю, три будет слишком много. Они такие достаточно, ну, так, большие, скажем так. Я буду делать шарлотку или пирог с яблоками. В общем, называйте как хотите. Здесь у меня сода пищевая. Буду ее гасить уксусом. Сода будет на кончике ножа. Немножко добавлю корицы. Ну, так, чисто для, скажем так, для вкуса. Два яблока. Наверное, я с вот этого очищу кожуру, потому что она какая-то немножко такая вот, какая-то сморщенная. Мне не нравится, короче. Вот мука пшеничная, пекарная, высший сорт, сахар, ну и растительное масло для того, чтобы смазать форму. Вот как-то так. Вся у нас посуда занята, и поэтому я буду смешивать все вот это вот в таком вот контейнере из магазина Fix Price. Ну и приступаю к приготовлению. А самое главное, я-то и забыла показать еще яйца. Они тоже идут в этот пирог. Вот такая, девчонки, смесь у меня получилась. Немножко, конечно, было густоватое. Сначала взяла 4 яйца и в итоге добавила вот пятое. И получилась вот такая смесь. С яблок я срезала кожуру, нарезала их мелко. И вот так вот все это дело перемешала. И сейчас разогреется духовка, и я буду вливать все это в форму. Форму я смажу растительным маслом немножечко. И все, будем выпекать 40-50 минут. Так, ну что же, шарлотка готова. Она уже у меня немножечко остыла. Сейчас буду пробовать. Надеюсь, что она пропеклась нормально, потому что делала по другому рецепту. И надеюсь, что она там нигде не будет какая-то, да, там не пропекшаяся. Ну, пробуем. Так, ну что же, я переживала, что она не пропечется, да, там до кольца, господи, что я несу, до конца. Но вроде бы как все нормально, и если вы задались вопросом, почему такое тесто, да, какое-то коричневатое, да, такое, потому что я туда добавляла корицу, все просто. Форма, кстати, не очень, она дешевая. Мы, наверное, рублей за 200 покупали в магазине Унидом. Не знаю, есть ли такое у вас в городе. Вот, и вот такая вот шарлотка получилась. Ну, сейчас буду пробовать, надеюсь, что вкусно получилось. Давайте, наверное, прям с вами сейчас попробую. Я ее немножечко поддевала ложкой, потому что она как-то странно отлипала. Так, что-то я большой взяла кусок, но ладно. Сейчас попробую. Ага, я такой большой не смогу. Короче, сейчас я попробую и вернусь к вам. Девчонки, зря только переживала. Получилось очень вкусно. Пропеклось, ничего не мокрое, поэтому обязательно готовьте. Если вам нужно, могу скинуть рецепт. Ну, в комментариях напишите, я вам напишу рецепт. Но, наверное, даже нет. Напишу, я сфоткаю шарлотку и напишу вам рецепт прямо на фотографии. Вот, но хочу сказать то, что я сюда сыпала муку и сахар на глаз. То есть я не могу сказать, сколько точно я сюда насыпала муки и сахара. Вот, но рецепт я вам оставлю. Девчонки, а нам сегодня захотелось роллов.
И, в общем-то, мы заказали второй сет. Мы всегда его берем, он очень вкусный. Здесь Калифорния с крабом, потом канадский жареный лососем, тонкий с лососем, копченым, по-моему, или обычным, и Калифорния, Филадельфия обычная. Также вот такой вот спайс-соус мы берем, он такой остренький, очень вкусный. Соевый соус и имбирь. Я обожаю имбирь. Вот. И, короче, будем мы кушать. Буду я на этом заканчивать свой влог. Я думаю, что он получился очень большой и содержательный. Тем более, уже некоторые девчонки мне пишут под моими другими видео о том, что когда выйдет новый влог, скучают. Так что, девчонки, вот сейчас буквально через... Ну, для вас пройдет, наверное, часа 3, для меня пройдет буквально минут там 20. Я сейчас бегом все смонтирую, мы покушаем, я смонтирую влог, выложу его на канал, и вы уже будете его смотреть. Вот, так что мы будем кушать. Всем огромное спасибо за ваши просмотры, за лайки, комментарии, за вашу поддержку. И всем пока-пока.